В Славянском районе продолжается краевая благотворительная акция «Соберем ребенка в школу», цель которой – помочь малообеспеченным и многодетным семьям подготовить детей к учебному году. На сегодняшний день уже удалось обеспечить канцелярскими принадлежностями, рюкзаками и одеждой более 150 славянских ребят. Если у вас есть желание и возможность приобрести необходимые для школы вещи и помочь нуждающимся семьям, посмотрите следующий сюжет. Мы расскажем, как это сделать. Способов помочь нуждающимся детям несколько. Это самостоятельно приобрести школьные принадлежности и принести их в пункт приема благотворительной помощи «Вторые руки» или в отделение помощи семье и детям Славянского комплексного центра социального обслуживания населения. Именно так и решила сделать Инесса Бабич. Девушка работает учителем русского языка в 5-й школе. В пункт приема помощи она принесла вещи младшего брата, которые он практически не носил. В нашем мире очень сложно собрать в школу ребенка и очень дорого, поэтому наша семья, узнав о том, что можно помочь об этой акции, мы решили вот так помочь детям. Школьная форма, рюкзаки, спортивные костюмы, обувь, письменные принадлежности в пункте приема будут рады любой помощи. Ведь многие семьи из-за тяжелой жизненной ситуации просто не в состоянии собрать ребенка в школу. А если детей несколько, например, как у Веры Масенко из станицы Петровской, их у нее 11 и пятеро – это школьники. Смотрите, пенал, ну, такой матюковый мы выбрали. Так, клей, не проливай кисточки. Краски, ножницы. В принципе, все, что первокласснику нужно. Кроме портфеля, совсем необходимым для первоклашки, многодетная мама смогла выбрать костюмы и рубашки старшим сыновьям, рюкзаки и тетради для дочерей. Пятеро у меня будут в школу ходить. Первый класс мальчик пойдет. Конечно, очень трудно мне собрать пятерых. Еще и у меня студентов много. Большое спасибо. Я очень рада, что мне так помогли. Мне это очень... Я прям очень рада. Слова нет. В Славянском районе проживает свыше 5000 малообеспеченных многодетных семей, в которых воспитывается 9000 несовершеннолетних. 247 детей из-за материальных проблем взрослых и трудной жизненной ситуации не смогли бы 1 сентября полноценно приступить к занятиям. Благодаря акции «Соберем ребенка в школу» и неравнодушию славянцев, больше половины этих ребят уже готовы к новому учебному году. Акция на территории нашего района стартовала уже с 1 августа. В ней активно принимают участие все жители города, также руководители предприятий, учреждений. На сегодняшний момент оказана помощь уже более 150 деткам, проживающим в семьях, многодетных, находящихся в трудной жизненной ситуации. Но акция на сегодняшний момент не завершена. Мы также принимаем помощь от жителей. Это могут быть и канцелярские товары, вещи, рюкзаки, ранцы, все то, что необходимо нашим детям для успешной учебы в школах. Кроме вещей и канцелярских принадлежностей, можно оказать материальную помощь конкретному ребенку, информацию о котором вам предоставят в Управлении социальной защиты населения. Телефон 2-41-76. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».